Совместила полезное с приятным. Милиционеры в Бресте задержали 37-летнюю женщину. Даму подозревают в краже. Последняя, предположительно, посягнула на имущество своего товарища. В итоге пополнила свой бюджет на 2000 польских злотых. А также обзавелась двумя мобильными телефонами и зарядкой. Как оказалось, вместе пара выпивала за столе. Мужчина, как галантный кавалер, устроил у себя дома, куда и пригласил гостью. После приличной дозы силы хозяина апартаментов покинули, и он уснул. А вот женщина не растерялась, она забрала чужое имущество. Вскоре мужчина все-таки заметил, что часть его вещей пропала, однако решил сам разобраться. Он попытался выяснить все у знакомой, однако та свою причастность отрицала. Еще несколько дней пара отдыхала, но сейчас подозреваемую задержали. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Настоящий сельский детектив развернулся в Рогачевском районе. Там правоохранители остановили машину с украденными коровами. Как выяснили стражи порядка, к делу причастны двое жителей Рогачевского района и их товарищ из Жлобина. Воплотить свой план в жизнь компаньоны решили в деревне Исконь. Там из коровника они вывели двух буренок. Животных перевозили в микроавтобусе Volkswagen. Автомобиль остановили правоохранители. В итоге теперь участники трио станут фигурантами уголовного дела по статье «Кража». Коров вернули в хозяйство.